В Дагестане ожидается засушливая погода. Об этом рассказал главный синоптик республики Абдулгалим Дадашев. Уже несколько дней наблюдается значительное потепление, и если сегодня температура воздуха 18-20 градусов, то к концу месяца достигнет 28. Вторая половина весны сохранит наблюдаемую на сегодняшний день тенденцию к потеплению. Самым жарким периодом в столице Дагестана ожидается конец июля, начало августа, когда температура воздуха будет достигать 39 градусов. Лето нынешнего года ожидается сухим, ну, как и весна. А в целом лето в Махачкале, можно сказать, в соответствии с климатической нормой, ну, чуть прохладнее, чем в 2020 году по температурному режиму. Особенно это касается май, июнь, без аномалий, без резких перепадов температур. Но единственный недостаток – осадков почти нет.